Ярославлю, выходи гулять. Праздник под таким названием состоялся в Ярославском парке «Нефтяник». Взрослые дети танцевали и играли, собравшиеся развлекал аниматор. Жители района собрались в поддержку любимого места отдыха. Сейчас парк «Нефтяник» занимает одну из лидирующих позиций по итогам первого этапа отбора в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды. Гуляем с удовольствием, и хочется, чтобы особенно летом больше благоустройства было, чтобы больше доступных было игр, потому что этот парк на весь поселок Нефтестрой. У нас по Красноперекопскому району победило 3 территории. Победителем стал парк «Нефтяник», рабочий сад, парк «Рабочий сад» и территория у церкви Иоанна Предтечи. Предварительный отбор общественных территорий завершен. Сейчас стадия обсуждения проектных эскизов. А 18 марта каждый житель региона с 14 лет сможет отдать свой голос за благоустройство той или иной территории. Три года мы уже отвыкли от того, что от нас что-то зависит. Наконец появился такой проект, как «Решаем вместе». Радует, что наши дети, молодые будущие граждане нашей страны, активно участвуют в этом.